Легкомоторные самолеты на территории нашей области терпят крушение с пугающей регулярностью. Так, весной 2012-го в Пономаревском районе во время обработки деревьев химикатами рухнул одноместный самолет типа «Акватика». Тогда погиб пилот. В феврале этого года под Орском потерпел крушение Ан-2. Эта катастрофа унесла 3 жизни. И вот на днях закончено расследование еще одного авиационного ЧП, случившегося в июне 2015-го в Бугуруслане. Там на учебном самолете разбились 2 человека. Следствие установило, что виной этому послужила ошибка пилота-инструктора. Пилот-инструктор неверно оценил обстановку, приступил к выполнению фигуры без разрешения диспетчера. Кроме того, приступил к ее выполнению с данной фигуры с нерасчетными параметрами, то есть на малой высоте и не имея достаточной скорости.